Всем привет! И настоящие мужики играют в танки. Я тоже решил поиграть в танки, но War Thunder. Именно в нее я решил поиграть немножечко. Посмотрим, что за игра. Ну и так понятно, что за игра. Я играл в первый War Thunder, где бой велся на самолетах. Но вот в танки я не играл. И это будет для меня интересно, потому что, поиграв пару боев, мне, черт возьми, понравилось. Мне понравилось, как здесь вырисовывается попадание. Мне даже нравится, что здесь танки заносят, черт возьми. Это очень круто, и так было для меня неожиданно. Даже гусеница, посмотрите, как работает. То есть траки вообще очень великолепно мне это все выглядит. Ну ладно, давайте попытаемся вот здесь вот встать, потому что по-любому сейчас враги поедут. Поедут, наверное, вот где-нибудь там вот. И, может быть, мне получится кого-нибудь да зацепить. Попробуем. Конечно, это такой спорный вопрос. И почему-то у меня появилось желание постримить эту игру. Мне кажется, это будет очень даже интересно. У нас захват точки. О, уже где-то бой. Я вот вижу, уже бой идет. Они уже захватили. Я единственное, знаете, что не понял? Как понять, что вот меня просветили? То есть, как понять, что меня вот видно? Вот этого я еще не понял. Смотри-ка, он прям отъезжает, подъезжает, отъезжает. Ну-ка, давайте вот сюда вот немножко отъедем, вот так вот. Встанем. Притом, там какой-то замес такой непонятный, то есть на точке А. Блин, страшно, вот честно, страшно так туда влезать вообще. Но да ладно, да, погнали. Я знаю, что я сейчас прыгаю, скорее всего, но вот может к этим окопам-то еще можно подойти, наверное. Такая жесткая перестрелка там идет. Из-за этого, вот из-за этой горы я как раз таки... Блин, я же вижу... Вот же я его вижу чуть-чуть. Эй, есть попадание. Есть помощь в уничтожении. Отлично. Еще где-то один здесь. Не пойму, где он. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ничего-то нереально там я увидел. А, вон он. И краешек я его вижу. Промах. Нам и нашим противникам было подкрепление. Уничтожьте командира вражеского отряда. Воу-воу-воу. Самолеты. Жесть, конечно. Критическое повреждение. Отлично, красавчик. Не пробьет. Вот так вот. Эй, цель уничтожена, шикарно. Вражеские самолеты тоже летают. Ну-ка, ну-ка. Эх, ну на опережение вот. Оп-оп-оп, стой, да, братец. Ну, черт, пинганул и... Где вот еще враги? Вон, вижу. Не знаю почему, но мне эта игра чем-то побольше понравилась. Не вижу на кого. Вот вообще не вижу. Примерно целюсь по, так сказать, целюсь по приборам. Да стой ты. Вот есть что-то краешек. Эх, зараза, ладно, давайте поменяемся. Здесь, смотрите, что-то такое серьезное воевало. Я так понимаю, и они меня теперь видят, да? Союзные войска захватили точку. Воу, отлично попал. Отлично. Осталось добить. Готов. Техника уничтожена. Зеленое пробью. Оу, фонарик попал. Ой, по мне тоже шмаляют. На, критическое повреждение.
Боеукладка, огонь еще раз! Бэх! Еще разочек! Да! Он еще может... Ай, ты... Он еще может двигаться, да как так-то? Ребят, как так? О, там малыш поможет сейчас мне. О, в башню попали. Да что ж, живучий-то какой, ребят. Союзные войска захватили точку. Попадание. По гусенице. И он еще едет? Да как так-то? Блин, вот не знаю почему, но здесь то ли я как бы, ну, первый раз, может быть, в нее, поэтому такие ощущения, но мне очень нравится. Давайте вот к этому камню попытаемся прорваться, пробиться. Айда! Вот так! Тут что-то как-то серьезно все. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай! Вот это сейчас было жестко. Эй, танк уничтожен, ребят. Отойдем, отойдем. По мне прям так хорошо сейчас навставляли прям. Да почему я промахнулся? Там вообще стоит легкий автомобиль. Да почему я промахиваюсь-то? Давайте вот чуть повыше возьмем. Не знаю почему, но я промахиваюсь. Это мне не нравится. Блин, я промахиваюсь. И это мне, ребят, не нравится. Давайте отходим. Там, по-моему, зениточка. Зенитка, по-моему, стояла, да? И у меня один водитель, по-моему, поврежден, да? Ранение, скорее всего, у него. Понятно. Давайте в атаку погнали. Потому что там уже бой идет. И такой не слабенький. Блин, потрясающе. Очень великолепное ощущение от этой игры. Прямо шикарно. Обожаю, когда игра дает очень хорошие эмоции. Ого! X5 прям. Отходи, отходи, там зенитка сбоку прям шмаляет, посмотрите. Так, что здесь у нас? Я не знаю, стоит ли к ихней базе вообще рвать. Потому что я думаю, что мы можем получить здесь, нет? Где вообще враги-то? Где весь бой идет? Но нам к ихней точке явно не нужно приезжать, наверное. Так что мы куда-нибудь туда, нет? Да-да-да, вон он, вон он, вон он! Попадание по гусенице, шикарно! И, по-моему, его уничтожили уже. Или мне кажется? Нет, еще не уничтожили. Ой, его накрыло, по-моему, бомбардировкой. Да, наш самолет там хорошо работает. Или тут самолет его накрыл. Я не знаю, что здесь произошло, но здесь что-то было такое жесткое. Ой, он еще и взрывается. Блин, жестко. Пилот прям. Вот такая. Гусеница одна повреждена. Там, я смотрю, еще замес идет. У них еще есть один танк. Команда противника захватила флаг. Как так? А что там происходит? Там же вроде наших много очень было. Как так? Давайте вот здесь попытаемся заехать. Прям на бугор. Давай, 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 давай. Где он? Прячется, что ли? Не пойму. Или его уничтожили? И да, скорее всего, его уничтожили уже. Поднажмем! Даже немножко точку захвачу. Да, ей, ребят! Круто! Круто! Прям вообще! Серьезно, ребят, я очень впечатлен вот этим боем. Именно
не именно этим боем, а именно как игра здесь построена и как здесь вот бой именно в танковом варианте сделан. Так, у нас здесь награда. Спаситель танков защитил союзную наземную технику. Награда мультиудар. Уничтожил технику двоих игроков подряд. Награда профессионал X5. Награда за уничтожение вражеских техники без потери своей. И удар из тени. Награда за уничтожение вражеской техники, не получив попадания по своей и на подхвате. Чаще всех за матч оказывал помощь в уничтожении техники противника. Это круто, блин. Это круто. Я хотя бы на третьем месте, но... Мне понравилось.